Всем привет, с вами Игорь. Сегодня у меня радостная весть. Расскажу, чем же закончилась вся эта эпопея, история с интернет-провайдером и Маклаутом. Вот. Кто не видел, смотрите, я оставлю в описании первые две части, как они меня надули, можно сказать, да, такой вот неправильный монтаж. Ну, расскажу вкратце. И в конце покажу и расскажу, какая же у нас будет теперь оплата по квитанции. Получил я квитанцию за электроэнергию. Сколько сейчас получается буду платить выше 250 киловатт. Ну, если есть ночной тариф, ночной счетчик. Но тоже, думаю, кому-то будет интересно. Хотя, думаю, что уже многие разобрались с этой оплатой. Вот. Итак, про интернет. Подключили мне интернет первый раз еще. Это больше года уже назад. Вот. Ну, я подал заявку еще года два назад. Вот. Когда только Маклауд притащили в Мошны, стали проводить по всему селу. Там акция, бесплатное подключение. И год, кажется, по 30 гривен люди платили за интернет. Я тоже тогда подал заявку, но мне отказали. Там сказали, что нет технических возможностей вас подключить. Ну ладно, жду я, жду. Проходит, по-моему, год проходит. Звонят мне. Почему тогда год прошло акции. Потом стала подключка, уже увеличилась до 600 гривен. Вот, то есть подключение уже не бесплатное. И сам интернет 200 гривен в месяц. О, мне уже звонят, говорят, у нас появилась техническая возможность вас подключить. О, но это уже будет не бесплатно, а 600 гривен плюс интернет по 200 гривен. Ну, уже акция закончилась и появилась возможность меня подключить. Ну, это понятно все. Я так немного вроде как на отшибе живу возле речки. Тут у нас такая улица, ну, мало домов, да, им тут протянуть надо было метров 200 или 300 линий, ну, вообще просто без домов. От основного села вот на нашу улицу. Ну, не хотели, короче. Появилась у них возможность меня подключить. Ладно, подключайте. Заплатил я 600 гривен, все, приехали, сделали. Ну, тоже так сделали, что-то там не нравилось им вечно. Вот эти вот кусты, деревья, как это можно так это. Ну, я говорю, это же чужой участок, что же буду там их рубать. Эти, ну, короче, кидали они тот кабель, кидали. Ладно, подключили, провисело все это. Их хозяйство меньше, чем полгода. Ну, как раз с осени до марта месяца. Пропадает интернет, я их вызываю, интернета нет. Пошли посмотрели, обрыв линии, я это показывал. Там у меня видео есть, как это там висят. Ну, кстати, линия это до сих пор висит. Там тросик целый, а оптоволокно там так вот разъерошилось, порвалось. Короче, такой монтаж. Вот, и на этом все как бы заглохло, стали с меня требовать 1000 гривен на ремонт линии, мы вам поремонтируем, но давайте нам 1000 гривен. Я говорю, я вам не буду давать 1000 гривен за ремонт этой линии, потому что я не вижу, за что я должен вообще платить. Я заплатил за подключку, за работу, все, она сделана, работа некачественно, линия оборвалась, вот вы и сами ее ремонтируете. Тем более она не на моем участке оборвалась. И на этом все заглохло, как вы все знаете, ну, много моих зрителей знает, это так для новых рассказываю такую интересную историю, новых подписчиков. Вот, и это все заглохло с марта месяца, вот по сегодняшний день, это, ну, без трех месяцев, даже без двух, получается год, почти год, ну да, без двух-трех месяцев прошло. Вот, я не захотел платить 1000, они мне не захотели ремонтировать линию. Проходит это время, вот неделю назад звонит, ну, наверное, та же самая оператор. Я так думаю, что та же самая. Вот, и говорит, что керівництво, как там она сказала, керівництво разглянуло вашу скаргу чи проблему. І щось таке, і винайшло можливість вам відремонтувати лінію безкоштовно. О, я кажу, ну, наконец-то, не прошло и полгода, даже больше, как вы уже поняли свою ошибку, да, раскаялись, что я в этом не виноват, и это такой монтаж. Да, и еще сказала, и плюс к этому еще год бесплатного интернета, то есть бесплатно подключат и бесплатный интернет. Я согласился, да, ну, там, вы будете думать, да, то что тут думать, нормальные условия. Нормальная компенсация, так сказать, за мой моральный ущерб, я считаю. Вот интернета бесплатно.
вполне нормально. Вот. И я, кстати, даже, наверное, не согласился, если бы мне не предложили вот этот год бесплатного интернета. Вот, только бесплатную ремонт линии. Ну, а смысл? Я уже настроился на интернет лайф, купил модем, подцепил ее на крыше, то у меня нормальная скорость, нормальный, в принципе, интернет. И вот здесь вот мне надо опять все перестраиваться, зачем я этот модем покупал. Короче, я бы, наверное, не согласился, если просто предложили вот отремонтировать линию. Но предложили вот такие условия, отремонтировать линию бесплатно, плюс год бесплатного интернета, то есть я начну за него платить аж в это время, через год. Ну, я говорю, хорошо, я согласен, ремонтируйте. Вот, приехали, поремонтировали, правда, стали тянуть уже с другой стороны линию. Вот, ну, оттуда просто ближе. Сразу надо было так, я не знаю. Оттуда просто ближе, и ну, я не понимаю, чего они оттуда стали ее тащить первый раз. Намного дальше и проблемней. Ну, короче, такая у них схема там какая-то. Короче, сделали мне этот интернет, провели. Вот сейчас я уже, по-моему, третий день пользуюсь интернетом этим MacLeod, нормальный интернет, все. В принципе, у меня и к интернету качеству претензий не было, вот качеству монтажа, монтажных работ, то вот это да, конечно, это просто ужас. Вот таким вот хэппи-эндом закончилось это все. Короче, если вывод такой, да, что добивайтесь, добивайтесь своего, пишите жалобы везде, делайте видео, там жалуйтесь, куда можно только и куда не можно. Можно добиться своего, и справедливость можно, как сказать, восторжествует. Хотя, вот я вот у монтажников этих спрашивал, они меня спрашивают, сколько вы заплатили за ремонт линии, я говорю, нисколько не заплатил. О, еще плюс, они на меня так посмотрели, ну, говорю, это первый раз мы такое встречаем в жизни, я такого еще не встречал случая, чтобы вот так вот. Вот, так что можно добиваться, не надо просто замолкать, махать рукой вот так вот, они на только на это рассчитывают, что вы махнете рукой, плюнете-то и все, заплатите там. Вот. Но так не надо делать, не надо поощрять вот эту вот халтуру, надо как-то учиться уже начинать жить по-новому, если это возможно, конечно. Да, ну вот, про интернет я рассказал, теперь про квитанцию. Вот пришла мне квитанция уже за ноябрь месяц, я уже разобрался. Короче, что получается? Мне посчитали все по рубль 68, потому что я не вложился в 250 киловатт-часов. У меня 255 киловатт-часов, представляете? 5 киловатт-часов я не вложился всего-навсего. Напалил бы на меньше 2, на 5 киловатт-часов, мне все посчитали по рубль 44. Дальше. Что получается, как получается? Они считают, вот, например, у меня день считается 139 киловатт-часов я днем напалил. Ночью я напалил 116 киловатт-часов. Днем мне посчитали по рубль 68, ночью мне посчитали по 84 копейки. Ну, в два раза дешевле. Если бы я вложился в 250, то мне бы считали по рубль 44, ну и ночью, соответственно, тоже в два раза дешевле. Ну, была бы, конечно, сумма немного меньше. Но вот так вот получилось, вот так вот, да. Ну, всего тут к оплате 330 гривен. Но я еще, так что получается, да, вот этот мы там спорили тоже под каким-то видео, не помню, по оплате, то да, получается весь объем, если вы превысили больше 250, хоть даже на 1 киловатт превысили, уже будете за весь объем платить по рубль 68, ну а ночью половину дешевле. Поэтому я всем советую двухтарифный счетчик, я считаю, он окупится очень быстро. Притом, если электроэнергия подорожает, а она по-любому подорожает, этот тариф ненадолго, вот, то еще будет даже лучше. Ну, в этом месяце, в ноябре я мало пользовался тепловым насосом, там полмесяца практически солнечное отопление у меня работало. Вот, достаточно эффективно, вот, поэтому уже в декабре, вот за декабрь, я уже точно покажу, сколько напалил мой тепловой насос, как бы самый такой месяц, ну, солнца нет, в декабре солнца нет, был один месяц солнечный, и уже будет более такая цифра адекватная, корректная, потому что без солнечного отопления, то есть сам тепловой насос, сколько он практически у меня наел. Ну, все. Вот такая у меня радостная весть на сегодня.
Всем спасибо за внимание, всем до следующих видео, пока!